Я слышу, Ксения. Мир вам. С миром. Есть такое выражение «Бог шельму метит». Вот вы сидели в тюрьме, и такое есть, что человек уже лицом измененный от грехов, от своих серьезных, и потом, когда он уверовал в Бога, и у него лицо становится совсем другим. Вот у... когда тяжелый грех, он кладет очень сильный отпечаток на лицо, вот, особенно тех, кто в тюрьме сидел. И потом бывает такое, что лицо становится совершенно преобразуется, когда он уверовал. Первое-то сказали вы там непонятно. Что, какая поговорка-то? Бог шельму метит. А, шельму метит, ну-ну. Ну, так уже принято понимать, что если человек безобразничает, а не берет в долг, не отдает, и тогда у него делаются такие бегающие глазки, такой он и есть. Он не может остановить на одном даже. Вот Бог метит так. Вот Каину Бог дал знак. Какой знак? Чтобы его никто не убил. Дрожал. Вот я вижу сейчас, он во дворе заходят два милиционера. Ну, еще заходят. Кто его знает? Может, попить воды надо им. А если здесь сидит человек, который сбежал где-то, он сейчас трепещет, не знает, куда спрятаться. Поэтому, когда Господь преображает человека, ясно, что человек сумрачный, у него все время на душе что-то такое, недовольство, кто-то, он, чтобы его не снимали, он все прячется как. А который живет простой, он все время радуется, что бы ни было у него, он за все Бога благодарит. Вот есть такой, показали маленький фильм, там брат к брату приехал, а у них там все везде фиксируется. Каждый шаг, и за все штрафы. И потом, когда они оказываются на стороне, и спрашивают, почему ты веселая? Она говорит, я свободная. То, что она помогла кому-то, ее арестовали, посадили, теперь за ней уже не смотрят. Было такое, что священника арестовали, он говорит, наконец-то я свободно уснул. Ну сколько, уже лет 10 все бегают с места на место, и... а теперь взяли меня, не надо думать еще. Так что, вот я думал сегодня... Вот здесь есть такие люди, которые сильно привязаны к тому, что сказал Игнатий Брянчанинов. Но они говорят правильно. Ну вот надо разобрать, какой грех, какой прилог, откуда идет. Все, я говорю, давайте вообразим. Вот едет Савл. У него документы арестовывать в Дамаске людей, христиан. И вот осиял свет. И что он стоял, думал, теперь так, что у меня такое есть? Я докладывал, это нехорошее качество. Арестовывал, тоже плохое. Я бил их, тоже. Как теперь от этого отстать? Какие способы? Он ничего не думал этого. Бог открылся ему, и она не идет к нему, епископ боится. И он уже принял Христа, и сразу все изменилось. Каждый грех в детали разбирать рожденному свыше не приходится. Мгновенное изменение. Вот у меня это было 27 сентября 1962 году. Знали, что я учусь, у меня все так успешно. А так как я обратился, и жизнь изменилась, я стал говорить о Христе. На утро не один корабль, а весь караван кораблей узнали, что Лапкин сошел с ума. Вот и все. С какого ума? Со своего. А встал на Господень. Вот так. Понятно. Спаси Христос. Аллилуйя. Игнатий Тихонович. Да. А что означают слова «Душа пишет историю на собственном теле»? Повторите еще раз. Что значит «Душа пишет историю на собственном теле»? Ну так тело. Конечно, он и, если душа обращается к Богу, он, вот бывает человек, ну, верующий такой, а не борется с собой, у него лишние килограммы, там полсентера. Это тоже знамение чего-то. Я не могу бросить, хоть маленько, надо выпить, бывает где-то, на собственном теле поститься. И он сразу видно, он стал другой, тонкий, звонкий и прозрачный. Начали бдение, он знает все нужды, где, когда, о ком. Он молится и в памяти держит, кому-то помочь надо вовремя. У меня звание, я староста общины, и кроме того, попечитель двух общин. Это очень большое звание, за особые заслуги дается. Попечитель, я должен знать, уроженец, и там кто-то учится, кого-то посадили. Я должен все время разведывать, кому где нужно помочь, какую помощь оказать. Попечитель, попечительство.
Видите как? У людей, если наложить такое на человека, ну, ему средства дать, он маленько будет себя отстегивать. А здесь наоборот, все ты должен отдать, у тебя ничего нету. А мы считаем это правильно, потому что Господь избирает, чтобы ни одна копейка не прилипла. Я иной раз говорю: Господи, ты не ошибся, что меня избрал на это дело. Никого Игнат больше? Тихонович, мир вам. С миром. Можно вопрос еще один? Давай. Скажите, пожалуйста, в Писании вот есть ли пример, вот апостолы, Христос изгонял бесов? Но. И если мне память не изменяет, изгнание бесов, оно как-то вот больше к мужчинам относится, ну, если я так правильно понимаю. Вот к женщинам есть примеры в Писании? Какие-то. Вот сравнение вот это вот. Ну вот там написано, у Филиппа 4 дочери, все были пророчицы. Дальше ни одной строчки нету. Как можно сказать, что не было? Где-то умолчено. Ходили вместе Прескилла и Акилла, Андроник и Юния. Когда они? Что? Какими талантами были? Нигде ни слова нету. А сегодня что написано, ты начинаешь подозревать, что добавлено по вымыслу автора. Я такой вопрос никогда не ставил. Бог это все делает. Вот нужен хороший советник по военным делам. Он чтобы знал, где там засаду поставить, где войска расположить. Президент ищет таких. А у него есть все-таки такие, чтобы женщина могла сделать. В Библии мы знаем Девора. Идти на фронт. А Бара говорит: я не пойду, если Девора не пойдет. Она говорит: я пойду на фронт, но победа будет уже не тебе приписана. Видите как? Разное. А сегодня он в Норвегии, везде министр и военных сил всех, женщина. Какая она? Или в мирное время, или военная. Но военная я не знаю, что там было. Даже взять противоположное, где-то там у немцев. Были ли женщины-генералы? Я не встречал. Бог его знает. А вот в революцию, да, были, в революции были там всякие разные. Там и Роза Люксембург, и каких только не было, восставали. Ну вот в общественной жизни, когда в быту встречаешься, вот чувствуется, что... Как женщина это? Тебя сверлит взглядом, не просто так. Ты ее не знаешь, первый раз видишь, и начинаешь что-то делать, и она вдруг на тебя обрушивается какими-то непонятными своими претензиями. Как вести себя в этой ситуации? Там молиться, вот, ну, чувствуешь, вот прям как бы вот нападение такое духовное, брань идет. Вот как вот отойти надо, или как-то вот немножко с праведным таким гневом ей там вот цыц там сказать, например, вот как вот в таких ситуациях сложных, если такая женщина нападает ни с того ни с сего, вот не знаешь человек. Ну а почему она нападает-то? Вот вопросы они задают. Вспомни свою предыдущую жизнь. Ты женился, первый медовый, говорит, месяц, все, слова-то такие, прямо неприятные. И да, дальше-то. И вдруг она тебя встречает с разными упреками. Златоуст говорит: не торопись. Вспомни ту, которой ты обещал жениться и не женился. И она, эта брошенная тобой, она мстит тебе за эту. А ты не догадываешься. Вот где. Надо смотреть свои отношения с женщинами, да женить бы и дальше. А не просто так, вот она такая. В моей жизни, вот сколько женщины все это участвовали в моей жизни, ну я не знаю. Вот. Мне нужно было печатать печатную машинку, научиться печатать 10 пальцами. Сестра, братьев столько было, но именно сестра. Другая, она брала у меня книги старые, в ремонт несла там переплетчики, реставраторы. А потом говорит: а почему тебе самому не научиться? И она достала книгу, теперь я пошел в типографию учиться, опять женщина. Вот там Алевтина, а здесь Ксения.
И сколько у меня такого было? Когда я обратился, Анна Матвеевна, ну и Михаил Александрович, а он на работе, а я когда приду с корабля, узнавать-то что? А она, как мать родная, ведет. Вот какое дело-то. В моей жизни, если я буду перечислять, во многих местах женщины занимали первенствующее положение. Вот я приболел, было 2 года назад, наверное. А как было? Жена подошла, дай-ка глаз там оборту. Я не люблю, когда в глаз чужой палец лазит-то. А сам только что постриг ногти-то. Я уберу, нажал вот так вот это и порезал в глаз. Попала инфекция. У меня 5 лет глаз закрывался, и все. И кто? Вот появилась тут сестра у нас, Лена Глазищук. Она меня на машину по разным поликлиникам повезла все узнать. Не лечить только. И мне стало легче, я сейчас даже не трогаю, и все. А что, другие не могли это сделать? А я очень неподъемная. То куда-то пойти, меня надо оттолкать, говорит, чуть не связывать. Она сама, наш шофер подъезжает. Я договорилась уже с врачами. Нас встретят там. Я опять иду. Но это не один раз. Вот мне нужно было сколько, когда детский лагерь был, я начальник детского лагеря, это я должен думать о продуктах, где еще достать. И как-то Бог так устраивал, знакомцы, топал мешка муки, то еще, глядишь, там маленько дадут и какие-то рожки, лапша, масло там банку дадут. И вдруг я встретился с одной женщиной. Я никогда не знал, что у нас с ней будет, такие отношения. Она меня взяла, как на корабле, который везет баржу, на абордаж берет. Она меня взяла. Сейчас я не могу сказать, сколько, но думаю, лет 17 уже. Я ее не вижу. Сказали, только написать надо в электронной версии. Я ей пишу, мне нужно нынче 12 мешков муки первого сорта по 50 килограмм. Дальше. Растительное масло 96 килограмм. Я перечисляю все, все, все. Бумагу отдал. Не отдала, послал электронный. Мне секретарь звонит, дня через 2. Вы дома будете? Завтра привезут. Я сказал, мне нужно сахару 120 килограмм. Они подъезжают, разгрузили, гляжу, фляги. А каждая фляга 38 литров. Я говорю, что за фляги-то? Это вам. Как мне? Ну, директор сказал, а вам. Так я говорю, как же так? Сама фляга сколько стоит? А что там? Мед. Сахару не было. Она послала людей на пасеку, купила 4 полные фляги. Все это запломбировано. И привезли мне сюда, где я сижу. Это вообразить даже нельзя. Конечно, мы молимся. Но я-то кто перед ней-то? И каждый год она, как будто бы она у нас директор, а не я. Вот как бывает. И причина какая, с одним человеком там разговорились, у него голубь улетел, а прилетел ко мне. А дальше стали говорить, когда он говорит, а у меня знакомая такая есть. И вот как все получается, опять женщина. Я столько так говорю, где, да как это так может быть, это незнакомая. Ну, раза два встречались маленько, там книги дал, вот так. Я там напишу сколько чего. Представь, сахару нету. Ну нет и нет, прочих нет. Ехать на пасеку, покупать. А теперь умножь на 4 полные фляги. Вот как дело-то бывает. Как Бог. Вот Господь, а где мужчины? Нет ни одного. Друзья близкие, директора. И дают, и все. Но вот так, чтобы из года в год, не знаю, мне везде дают все. Насосы там, резинотехнически подарил 4 лодки плавать. Шланги, вот, ну, очень-очень хорошие люди где-то, но постоянно, ежегодно, 17, наверное, лет, нет никого. Женщина, конечно, я за ней, о ней молюсь каждый день, за стол и за стола. Так мало того, у нас столько продуктов тут навезут, ну, машины. Машины целые. И где какая беда? Приехали тут с Украины, когда мятеж был. Я там мешки туда отпускаю, увозят, и кормить людей надо. Я их никогда не видел, этих людей. И опять... Вот это у меня уже почему так? Почему женщины такую вот, как сказать, роль в моей жизни приняли? Ты помню, кажется, с интернета началось тоже что-то женщина. А уже дальше там программисты появились. Вот так. Игнатий Ильич, ну, как я правильно понял, допустим, мои неудачные прошлые отношения, ну, допустим, с противоположным полом,
Господь делает так, что посылает людей, которые как будто говорят словами вот тех обиженных вот людей. Так я понял. Так, вы мое стихотворение, меня спрашивают, у меня стихи на все темы написаны. Двери, там, окна, сосед. Что? Говорит, а про женщин писали, как Пушкин, там, платье, шорох. Я говорю, писал, но без шорохов. А как? Вот первый куплет. «Я женщинам всем благодарен и вдосталь, которыми мимо меня, не заметив, прошли. Взглянули лишь косы, змеёй струились щекосы, занозой в них не вошел и нечего то ворошить». И последний куплет, что все вокруг чистые сестры, я на шатком своем табурете, как в кресле, и ум мой блудом не источен, по-прежнему острый. Вот всем сестрам благодарен. Важно. Ну да, спаси Христос. Аллилуйя. Так, никого нет, отошел.